Кирилл. Высота 30 градусов, они сказали, а тот поменьше, второй. На завтрак выхожу из душа, а здесь уже гостиница поздравила вот таким чудесным образом. Вот настроение сразу поднялось, и даже теперь не знаю, то ли начать с вина, то ли пойти все-таки позавтракать и начать с шампанского в этот замечательный день. Всем огромное спасибо за поздравления, ждите прекрасных фото, видео, репортажей об 11 марте в Анталии. Пришли поздравлять Пашку с днем рождения! Ура! Ой, а у вас там шарики еще какие-то? Да. А в Пашине, где наше угощение? Да. О, тут и шарики! Спасибо. Ура! Вот так вот повезло, как мне. Поздравляем Пашку для красоты и здоровья! Спасибо. И шарики классные. Пусть исполняется. И все.
всем будет хорошо. А тут горничные развлекаются. Молодцы. С днем рождения! Немножко брызнул воздух, но решил нам помыть асфальт, чтобы нам хорошо гулялось по набережной. А завтрак вот такой, удавшийся. Вот. Хорошая погода. В честь дня рождения. Дождик смывает всю грязь и несет чистоту. Не так страшно. Прямо 2 минуты не пролил. Ой, опять хорошо. Ну, видимо, так и будет сегодня. То дождь, то не дождь. Наконец-то у нас на 2 часа прояснилось, как пишет прогноз. Бежим в старый город. Вон даже горы видны. Кемерские. Красота. Подъехали к воротам Адриана, Калеичи, старый город. Две 2000 лет здесь ходили, видишь, по этой мостовой. Фрески античные. Жасмин? Да, красивые виды. Ага. Ух ты. Здорово. Смотри, какая красота. Какие там гроты вымыло водой, да? Вон наш отель справа от колеса. Да, длинный такой пляж-то. Красивая вода. А тут все ловили.
верни. Да, красиво. Кончик, вот твой мальчик. Да, симпатичный. Голые такие. Ну, короче, да, если было солнце, солнце. Ура! Ну вот чуть-чуть. Да, коты и собаки здесь чувствуют себя и живут, наверное, лучше, чем люди. Чемодан нам не надо? Нет. Ну, пусть так. Кот. Здорово, аутентичненько. Пусть кот. Вот и кот. Анатолийский, древний. Анатолийский. Скалы классные такие. Все-все пещеры в гротах. Много здесь вот этих фигур, там целый парк деревянных фигур рядом с нами, с отелем. Проезжали вчера, надо зайти посмотреть. Ну, пойдемте к маяку. И красивый вид. Вот, ну, да, маленькая бухточка здесь. Ну что, пойдемте гулять по старому городу. Собаки здесь, видишь? Ой, худая какая. Первая худая собака, которая нам попалась. Древняя лестница. 2000 лет по ней уже ходят. По ним ходил еще оператор, император Адриан. Ольга, развернитесь. Ну так, Ирка. Так, я. А это видео? А вот и идет наш ретро-трамвай. 5-й номер. 6 остановок.
Вот такая она старая Анталия. Да, есть совсем старенькие домики. Там по улочкам повеселей, когда идешь. Вот такие красивенькие кафешечки. Посмотри, сколько. Ага. Вот там, видишь, домик. А, да, это же там. Смотри, он даже вообще совершенно что, никто не обижает. Кто идет на привилегированную территорию? Какой, посмотри, боятся, просто какой-то. А здесь у входа в отель, Ольга, видишь, ждут. Он наш сидит, ждет нас, который выходил с нами. Ну что, кто? Да, кто идет на халяву питаться? Как-то отдохнул хоть чуть-чуть. О, да. Сегодня за все дни бегом отдохнула за 2 часа. Обстоятельства вынудили нас сейчас спешить с утра. Да, сейчас пойдем еще купаться в горячий бассейн. Красота. Да, это был этот Шератон, я спросила. Да? Мы в нем были 25 лет назад. Ничего не изменилось. А ты здесь просто счастливая. Под зонтом, на креслице. Молодец. И от солнца, и от дождя. Дождемся. Ой, красота. Пойдем гулять. Да не, ну нам очень повезло. Погода. Что полдня из трех. Ой, красота такая. Вода 17 градусов, можно купаться. Вот там. О, пойдем быстрее, пока лифт не уехал. Давай, давай, давай. Давай. Ой, да. О, красота. Красота? Да. Посмотри, просто. Сегодня сколько народу. Ага. Не сегодня, а сейчас, когда дождь закончился. Почему ни одного купающегося, непонятно. Вода 17 градусов. Нам сказали. Ну, я не думаю, что обманули. Ну, скалы прям у меня потрясающие, вот эти все вымытые. Сколько гротов. Это как я люблю. Это мое любимое. Угу, да. Ни песок, ничего. Босиком бы пробежа... Не белый песок. Пробежаться по траве. Вот это вот красота. Пошлем всем близким шум моря. Красота. Так вот, 10 километров на велосипеде туда и обратно. Да, велосипед мы. Ира, где ваш велосипед? Ну, может, не бабушка. Но...
собака, да. Вот странно, что собаки котов не гоняют. Но мы не видели. Вот. Нет, там ходили собаки, и коты лежат прямо рядом на вдоль этих самых. Ну, они у них, во-первых, едят кошачий корм, думаю. Здесь есть даже собачьи. А он собачий есть, и собачий, и кошачий. Все такая здоровая. Лобать прям. Грязно, посмотрите. Это то, что вы сказали, или уже насадили. Это алабай, точно. Просто ему не купировали. Вот там наш отель. Спускаешься вниз. Море. Пляж. А здесь пошли километры. Несколько вот таких ресторанчиков, магазинчиков. Красота. Велосипедная дорожка. Хорошо. Велосипеды есть, но мы на них не покатались. Ну где вы там застряли? Смотри, Плайдару просто. Да. Майами Бич. Ну, Майами не знаю. Не были. А вот Плайдару. Ну потому что ты провокатор. Какая у нас настала благодать. Ага. Жарко даже. Ну не жарко, но. Ну, майки. Ну прекрасно. А собаки крошки. Собаки, класс. Родичи собаки. Их так много. 17 градусов, можно искупаться. Большие, красота. Ой, классно. Да. Вот наконец нам солнце. Дали кусочек солнца. И все вышли. Даже солнышко взяло. Жарище, да. Солнце светит, вот тень какая. Лифт не работает, идем 1000 ступенек вверх. Как тебе, Ольга? Мне хорошо вообще. После сидения вечером здесь пойдем гулять, вот по этой дороге без подъема. А, тоже красивый парк. Лифт сегодня что-то отказался. Какой у нас там сегодня пробег по городу, посмотри. Ну, не знаю. Не смотрел еще? Могу. 20 должно километров быть. Может. Ладно, пошел я плавать. Сегодня пробежали за 3 дня уже. Все. Так, карточка тебе. О, небо, посмотрите, боже мой. Ура! И птички поют. Какая красота. Они принесешь ли ты мне... Мои хрустят. Они принесешь ли ты мне височки, дорогая, с одним кусочком льда и с лимончиком туда внутрь? Дабл сразу? Нет, дабл не надо. Дабл, наверное, возьму. Хороший. Хорошо. Один. Ой, ну посмотрите, какая красота. Птички запели сразу. Ай! И Ирка вышла. Ой, красота. Боже, как хорошо. Ой, хорошо. Ой, как хорошо, Ольга. Прям так?
хорошо. О, классно. Ну да, эх, Гая. Здорово. Эх, хорошо. Это из Нильса. Про... Ой. Дождались мы ворот Мадрида. О. Хорошо. Ух, как Пашка. Ты к своему стакану клади. У меня там отнесло. О, отлично. Ольга, теперь-то отходи и... О, красота, какая красота. Вот удался-то день рождения, удался. Да, вчера нужно было так делать. Вот они, нисочки мои. А тебе Блэди Мэри. Но это не Блэди Мэри. Это просто томатный сок. Пашка, всем было так же хорошо, как и мне. Ура! Красота. Поплыл я дальше. Отдохнули хорошо. Завтра домой. Собираемся, и погода отличная.